Это программа «День города». Здравствуйте. В студии Дина Исляева. В начале главные темы выпуска. 6 человек погибли. Подробности ДТП в Сасовском районе. Торговый городок очистят от ненужных строений. Силами префектуры там сносят самовольно построенные палатки. Вернулись с вахты памяти. Рязанские поисковики рассказали о находках в местах, где шли бои в Великую Отечественную войну. 6 погибших и 8 пострадавших. Таков итог аварии, которая произошла утром в Сасовском районе. Среди погибших есть ребенок. Подробнее о ДТП расскажет Валерий Седов. Авария произошла 6 августа, примерно в половине 5 утра. На 404-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись «Мерседес», «Бенц Вита» и «Тойота Ланд Крузер». Предварительно данным 30-летний водитель «Мерседес Вита» совершил столкновение с «Тойота Ланд Крузер» «Прада». Один ребенок, 6 человек получили телесные повреждения в «Мерседес-Вита». Водители «Тойоты Ланд Крузер Прада» и пассажиры в настоящее время госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП уточняются. По предварительным данным, авария могла произойти по вине водителя микроавтобуса, в котором находилось 12 человек. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с 58-летним водителем «Тойоты», сообщает региональное МВД. В последнем автомобиле было 2 человека – отец и сын. В результате аварии погиб водитель и 5 пассажиров микроавтобуса, среди которых мать с 14-летней дочерью. Все они граждане Республики Таджикистан. Еще 8 человек получили травмы. Это 4 пассажиров микроавтобуса и водитель и пассажир внедорожника. По данному факту, Сасовский межрайон Следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе в соответствии перевозки пассажиров микроавтобусом требования безопасности. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Пострадавших госпитализировали в Сасовский межрайонный медицинский центр и в Шацкую больницу. В настоящий момент пострадавшего 12-летнего мальчика из Сасовской ММЦ эвакуировали санитарным транспортом в ОДКБ имени Дмитриевой. Он получил многочисленные травмы средней степени тяжести. Состояние стабильное. Он направлен под контроль профильных специалистов областного центра. 35-летний мужчина пострадавший оперирован. Он получил травмы средней степени тяжести. Пострадавшего в аварии 38-летнего пациента эвакуировали из Шацкой межрайонной больницы санитарным транспортом медицины катастроф ОКБ. Он получил травмы головы, многочисленные переломы. Его состояние оценивается как тяжелое. Пациент направлен под наблюдение профильных специалистов ОКБ. Кроме этого, оперированы двое пострадавших 81 года и 35 лет, которые находятся в Шацке и Сасове. Их состояние стабильное. Возможная транспортировка еще одного тяжелого пациента 48 лет отложена на следующий день. Остальные 5 человек находятся в удовлетворительном состоянии, получают необходимую лекарственную терапию. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Территорию очищают от ненужных строений. В торговом городке продолжают сносить киоски, незаконно возведенные для торговли. Если собственники отказываются выполнить работы, делать это часто приходится администрации. Торговый городок превратился в городской рынок еще в 90-е. Палатки – неотъемлемая часть того времени. В них торговали хлебом, овощами и фруктами. Теперь строение, уродующий вид рязанского ВДНХ, сносят. Силами муниципального предприятия техобеспечения будем производить демонтаж принудительный нестандартно-торгового объекта, который незаконно расположен на земельном участке на территории торгового городка. В этой палатке раньше была аптека, продуктовый магазин. Последний владелец организовал в ней велопрокат. Ему предложили снести незаконно установленное строение, но он отказался. На место приехали сотрудники муниципального предприятия техобеспечения. Работы по сносу палатки проведут за счет префектуры, однако оплачивать их придется предпринимателю. Работа в этом направлении продолжается постоянно. Значит, в течение месяца мы планируем демонтировать порядка 5-6 объектов, а всего в течение года нами было демонтировано 31 объект. С 2016 года активисты наводят порядок в торговом городке. В этом году стартовала народная инициатива по восстановлению комплекса. В главном павильоне регулярно проходят субботники. Принять участие может любой желающий. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».
Начальник регионального УМВД Сергей Лебедев посетил контрольно-пропускной пункт «Затеречный» на Ставрополье, где несет службу сводный отряд рязанской полиции. За 2 месяца командировки сотрудники задержали преступников, находящихся в федеральном розыске, изъяли несколько единиц похищенного автотранспорта и пресекли нарушение миграционного законодательства. Проверка оружия является важным этапом перед заступлением на дежурство на федеральном контрольно-пропускном пункте «Затеречный». Расположен он в Ставропольском крае, недалеко от административной границы с Дагестаном. Здесь несут службу 90 прикомандированных рязанских полицейских, сотрудники патрульно-постовой службы ГИБДД, оперативные работники, участковые уполномоченные полиции, кинологи со служебными собаками, представители почти всего спектра полицейских специальностей. Командировка у них длится полгода. Смирно приказу вступить на охрану общественного порядка на сельскохозяйственной территории ТП «Затеречный». Задача у сводного отряда звучит просто – поддержание правопорядка и безопасности в зоне своей ответственности. Но просто она только звучит. Работают они круглосуточно, проверяют автомобили и грузы, патрулируют прилегающую территорию, тесно взаимодействуют с местными подразделениями полиции и правоохранительными органами при проведении специальных операций. За 2 месяца командировки рязанские полицейские задержали несколько преступников, находившихся в федеральном розыске, изъяли несколько единиц похищенного автотранспорта, пресекли ряд попыток провоза нелегально хранившегося травматического оружия. Пресекли 5 попыток дачи взятки сотрудникам с последующим возбуждением по данным фактам уголовных дел. Регулярно выявляются нарушители миграционного законодательства, которые теперь подлежат выдворению за пределы России. Полугодичная командировка в Ставропольский край – испытание непростое, поэтому руководство МВД делает все возможное, чтобы гарнизон чувствовал внимание и поддержку. Совсем недавно в ходе рабочей поездки на Северный Кавказ ФКПП «Затеречный» посетил начальника МВД России по Рязанской области Сергей Лебедев. Товарищ генерал-майор, личный состав СВОП МВД России по Рязанской области для проведения торжественного собрания построен, доложил начальник ФКПП полковник Муромцев. Он осмотрел расположение отряда, проверил условия несения службы и быта, организацию питания и досуга сотрудников. Сергей Лебедев поблагодарил личный состав отряда за добросовестное выполнение служебно-боевых задач, вручил погоны тем полицейским, кому недавно были присвоены очередные специальные звания, объявил благодарности и наградил почетными грамотами отличившихся сотрудников. Поддержать сотрудников прибыли и музыканты. Гордо, честно, красиво, держит строй в любом месте. Безопасность России, поколение чести. Музыканты представили свою обновленную программу, состоящую из кавер-версий любимых всеми поп- и рок-композиций. А на следующий день сотрудники полиции вновь заступили на службу, ведь их задача – поддерживать правопорядок. Попал на скамью подсудимых за взятку в 15 тысяч рублей. Деньги получил от нарушителя за то, чтобы не составлять протокол. Бывшему сотруднику ДПС грозит штраф до 2 миллионов рублей. Запрет занимать должности предусмотрен и реальный срок. Меру наказания назначит суд. Потерял погоны в погоне за незаконным заработком. Еще год назад подсудимый был сотрудником госавтоинспекции, а сейчас работает жестянщиком в автосервисе. На скамью подсудимых его привели события, произошедшие в ноябре прошлого года. На улице Дзержинского в Рязани произошло ДТП. Инспектор, приехав на место, установил, что один из водителей находится в нетрезвом состоянии. Причем право управлять этим автомобилем ему передал владелец, который также находился в машине. За это предусмотрено наказание, связанное с лишением прав. Владелец машины, чтобы избежать ответственности, предложил взятку. Для этого он передал ему банковскую карту с находящимися на ней денежными средствами и сообщил пин-код от данной карты. Впоследствии инспектор ДПС в банкомате снял денежные средства в размере 15 тысяч рублей и обратил их в свою пользу в качестве взятки, тем самым освободив незаконно от административной ответственности владельца данного транспортного средства. Вину свою мужчина полностью признал, активно сотрудничал со следствием, поэтому суд избрал для него меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Он находился под подпиской о невыезде. Суд учел, что у него 2 несовершеннолетних детей и вынес приговор, не связанный с реальным лишением свободы. Бывшему автоинспектору придется заплатить штраф 500 тысяч рублей. Также в течение 3 лет он не сможет вернуться на службу в ГИБДД. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за создание помех работе медиков, в том числе за отказ пропустить автомобиль скорой помощи. Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях, пишет Лента.ру. Новое наказание предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 3 месяцев до года. Раньше за отказ предоставить преимущество автомобилю скорой помощи с включенной сиреной и мигалками полагался штраф до 500 рублей, либо лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. В силу также вступили изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно которым наступает ответственность за воспрепятствование работе врачей. Помехи в оказании помощи пациенту будут наказываться по статье 124.1 Уголовного кодекса. Если в результате был причинен тяжкий вред здоровью больного, наказание составит до 2 лет лишения свободы. В случае смерти пациента срок увеличивается до 4 лет. Умышленное причинение тяжкого вреда или угроза врачу будут наказываться лишением свободы на 5 лет. Закон был принят Госдумой 16 июля и стал ответом на многочисленные случаи нападения россиян на работников скорой помощи. Президент Владимир Путин подписал его 26 июля. Новый аппарат УЗИ поступил в кардиодиспансер. Деньги на его приобретение выделил региональный бюджет в рамках программы здравоохранения. В чем уникальность аппарата, узнала Галина Кудряшова. Новые данные смогут получать в областном кардиодиспансере. Уникальный аппарат УЗИ привезли в пятницу, а уже в понедельник на нем обследовали первых пациентов. Оборудование приобрели в рамках программы развития здравоохранения национального проекта. Его стоимость составила 9,6 миллионов рублей. Деньги выделили из регионального бюджета. Среди новых возможностей – эхо-стрессокардиография. Такое исследование в регионе проведут впервые. Стрессокардиография позволяет оценить сократимость стенок сердца левого желудочка, в частности, глобальную сократимость, локальную сократимость, спокойное состояние и, что очень важно, после проведения стресс-теста. Стресс-тест будет включать в себя либо это проба с физической нагрузкой, белотренажер, либо тредмил, или фармакологическая проба. Это будет зависеть, определяться исходом состояния пациента и наличием у него или отсутствием противопоказаний проведения проб с физической нагрузкой. Сопоставление результатов до нагрузки и после позволит выявлять ишемическую болезнь сердца на более ранних стадиях, например, когда изменений еще не видно на электрокардиограмме. Ишемическая болезнь сердца, она включает в себя несколько, так сказать, форм. Это стенокардия различная, форма стенокардии, инфаркт, миокард, нарушение ритма там и так далее. Так вот, именно ишемия – это процесс, это обратимый процесс. Ишемия, миокард – это процесс обратимый, необратимый процесс инфаркт, миокард. Вот, так что выявленная ишемия, миокард на ранних стадиях позволяет оказать пациенту, провести соответствующие лечебные мероприятия. Стоит отметить, что ишемическая болезнь сердца может возникнуть в любом возрасте. В кардиодиспансер с этим заболеванием обращаются и молодые люди, всего в 25-28 лет. Поэтому рязанцев просят больше обращать внимание на свое самочувствие. У человека появляются какие-то вот ощущения за грудиной, боль, там, жжение, давление, что-то в руки, особенно если при нагрузках, при ходьбе, при этом замечает какие-то перебои в сердце, нарушение ритма. Ну, в любом случае, то есть, в принципе, так, любые болевые ощущения в области сердца, в левой грудной клетке. Стоит отметить, что пока прием пациентов проходит в обычном режиме, ведь для проведения нового исследования кабинет нужно доукомплектовать, а врачам повысить квалификацию в столице. По прогнозам, новые обследования в кардиодиспансере смогут проводить уже осенью. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С вахты памяти вернулись рязанские поисковики. Она проходила на территории Холмжиковского района Смоленской области и Бельского района Тверской области. Несмотря на дожди, они работали в лесах и на болотах, чтобы найти останки пропавших без вести солдат и командиров Красной армии. Вот такие вот товарищи. Лапа с полкатушками ходят у нас тут неподалеку. Под ногами вода, дорог в этом месте практически нет. И тем не менее, поисковики приезжают в Холмжирковский район Смоленской области и Бельский район Тверской области ежегодно. Здесь в 1941-1942 годах проходили боевые действия с участием 11-го кавалерийского корпуса полковника Белова и 39-й армии генерала Масленникова. Поэтому много находок, связанных с кавалерией. Этот род войск фактически прекратил существование после Великой Отечественной. Нашли большое количество, во-первых, сёдел. То есть кавалерийские седла, то есть, которые записывались прямо на кавалериста, но тем не менее люди их бросали. Седла, стремена, подковы, большое количество костей как раз лошадиных. Ну, то есть немцы закидывали по секторам нашу кавалерию из минометов, их
убивали, крошили. То есть, ну, жуткое дело было. Вот, вот это вот элементы упряжи конской, это да, это были найдены. Места, в которых работал поисковый отряд, глухие, однако черные копатели добрались и сюда, поэтому приходилось много усилий прикладывать, чтобы отыскать погибших солдат. Как шел бой, вот он упал, захоранивать было некому, не было такой возможности. В основном все как бы находятся на поверхности. Ну, можно или глазами увидеть, или на прибор металлодетектора какой-то металл засечь, уже там смотреть подробно. Ну, такая еще проблема черные копатели. Металл весь поднимают, остаются останки, найти их тяжело. И все же, несмотря на такие трудности, во время вахты памяти поисковикам удалось обнаружить останки двух бойцов, установить личность которых не представилось возможным. Бойцы отрядов, готовясь к плановой передаче железа войны в школьный музей Рязанской области, собрали большое количество гильз, элементов одежды. На данный момент готовится 10 комплектов находок по различным родам войск, участников Великой Отечественной войны. И вот эти 10 комплектов будут передаваться школам, которые предоставляют, ну, право участия в этом конкурсе. Во время этой вахты рязанские поисковики передали коллегам из Нижегородской области останки бойцов, найденных на вахтах, проведенных ранее. Имя одного из них удалось установить. Это Андрей Федорович Рыбальченко, 1910 года рождения. Захоронение пройдет 13 августа в городе Белый. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Показательное выступление для зрителей на конкурсе «Авиадарс» 2019 состоятся на полигоне Дубровичи под Рязани в субботу 10 августа. Гости смогут воспользоваться автобусами, которые будут отправляться с автовокзала Приокский с 7 до 12 часов. С 13 до 17 часов доставка гостей будет организована автобусами большой и особо большой вместимости. Регулярность отправления по мере наполняемости. Стоимость проезда составит 60 рублей. Для зрителей, прибывающих на личном легковом транспорте, в районе деревни Гнетово будут организованы две парковки. От них до полигона Дубровичи можно также добраться на автобусе. Стоимость проезда составит 20 рублей. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Профессионально помогаем выделить индивидуальность и эстетику интерьера наших заказчиков, создавать концептуальные пространства, используя многообразие тканей, сочетание цветов, богатство фактур и сложности рисунков. Галерея «Штор» Лателла, Первомайский проспект 51, Инородный бульвар 9. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету: будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад».